Всем привет! Очередной мини-эпизод. Второй страж Белой горы. Как-то он мне довольно халепным показался. Даже не потребовалось генерить какие-то квиксейвы, вот как я остановился в том самом месте. Короче, мне даже диверсии не потребовалось ролить, он прям на изи убивается. Просто нужно наролить, чтобы у ворота работали. Ну, хотя бы в 50% случаях, как это заявлено было. Ну, просто у меня сейчас на складе, ладно, 47%. Окей, погнали драться. Полный вперед. У нас одни милишники почти что. Так, чуточку потише сделаю. Ну так вот, тактика такая же, что мне важнее не получать урон, поэтому на первом ходу я кину с глаз. Можно пламя страсти на феечку, подблокировать некоторые отряды. И здесь довольно большая проблема, ну не большая, самая большая проблема, скажем так, этого боя, это бить вот этих вот оборотней, у которых физрезист огромный, поэтому... Вливаю дамаг вот этой тетки и вот этого призрака именно в оборотни, потому что они единственные, кто хоть более-менее разумный урон наносит. Ну, остальные там минус 300 эко сделали. Затем можно развивать успех этого тоже грохнуть. Ну, то есть первый ход 400 эко убивается. Еще там, сколько дракон скипнул. Этот скипнул. И этот скипнул. Типа 4 стека убили, 3 стека через диверсию пропустили свой ход. Сколько остается? Остается, что ходит еще 3 стека. Ну вот, смотрим. Окей, этот мне задамажил пиратика. Правда, но это было не очень мощно. У него довольно слабая атака, 25 погибло, потому что он практически был уничтожен перед этим. Бомбометатель идет добивать этого оборотня, он от сплэша должен помереть. Здесь доджим атаку самого злобного злодея. И поскольку он все равно ранен, его, скорее всего, возвращать в прошлое, можно этого самого злобного злодея тоже подамажить, потому что я не боюсь ответки, мне все равно в прошлое идти. Так, новый раунд. Здесь готовимся идти в прошлое, поэтому пока ничего не делаем. Фейк, в принципе, здесь не нужна, поэтому может плюс-минус чем угодно заниматься. Эта тетка с крита должна шотнуть этого лучника. И она не кританула, 80% это мало. Ну, согласен, я поленился, я не качнул медальку, которую дает криты. Как-то я еще мог замаксить их. А, я обилку мог качнуть, которая тоже криты повышает. Короче, ладно, это заслуженно, то, что она здесь нифига не шотнула. По-прежнему ничего не кастую, ничего не делаю, потому что жду. Может быть, ну, просто этого не обязательно в прошлое возвращать, я могу его так отрезать. Типа, если так могу отрезать, какой смысл? Злоган появился. Короче, второй раунд здесь уже армии не осталось. То есть он второй раунд с трудом переживает. Его это 80-я защита, это классно, но у меня атаки все равно больше. Поэтому, ну, типа, извини, но не работает. Чё? Чё? Я просто только первый ход запомнил. Здесь я уже не очень понимаю, что происходит. У меня... Морские волки погибают от кровотечения. Но его я и так морально готовился в прошлое возвращать, поэтому он может даже еще вытерпеть этот удар. Давай я вообще могу в ревность отправить. Окей, бадыщ. И в прошлое. Ну, в общем-то, и весь бой. Здесь ответки нет, поэтому даже толстячок может немножко в веселье поучаствовать.
Фейк дамажит, причем она сейчас исчезнет, поэтому без разницы откуда. И тетка шотает, если она в этот раз хотя бы кританет, а если не кританет, отрезаем, вернем в прошлое. Ходу у соперника-то все равно не будет. Но я могу масблэс кинуть. И она не промахивается. Да, это слишком сложно, здесь не нужно усложнять. Она кританет. У меня все-таки крит это 80%. Вроде бы все. Никого даже резать не надо. То есть третий ход соперник даже не получил. Пират не бухой, промахиваться не должен, поэтому можно просто выигрывать. Еще левелап, 68 лидерства и 200 тысяч, победа на третьем раунде. Здесь даже, ну, третий раунд, камон. Два раунда придумать и запомнить, это ноль усилий. Короче, предыдущий бой был сложнее, потому что было 30% из резиста у этого героя. В смысле, у того героя. У этого героя 30% огненного резиста, поэтому он был ни о чем. И тем не менее, я сохранюсь тут. И в следующем эпизоде тогда грохну последнего стража. Не знаю, может на босса? Нет, босса, наверное, отдельно тоже сделаю. Ладно, пока на этом все. Всем пока.